Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. Сегодня у меня новинка, новое браузерное расширение, где мы будем зарабатывать без вложений. Ну а кто захочет рекламить свои проекты, конечно, нужно будет пополнить баланс. Но заработок на просмотре тизеров без вложений. Так вот оно выглядит, наше... главная страничка. Сами здесь уже все прочтете. Регистрация. Так, секундочку. Сейчас я обновлю. Регистрация. Вводим логин, email, два раза пароль, картинку и нажимаем зарегистрироваться. Значит, мы отправили вам письмо с ссылкой на активацию. Проверьте вашу почту и пройдите активацию аккаунта. Ваш почтовый адрес успешно подтвержден. Вы можете авторизоваться на сайте. Вводим email, заходим, пароль и цифровую капчу. И мы попали в кабинет. Так наша выглядит главная такая страничка, статистика. Здесь у нас все идет. Так, ну что, давайте теперь посмотрим, что у нас здесь творится внутри. Личный кабинет, выход. Так, главное это у нас так. Тизеры. Это здесь добавить тизер. Добавить тизер нажимаем. Надо. Так. И что у нас тут? Так. Заголовок, рекламный текст. Ревссылка, таймер без таймера, сколько показов в минуту. Ну, все как обычно. И загрузить изображение. И вот такая вот у нас будет, сформируется такая вот у нас рекламка. Так. Далее что? Надо установить расширение. Вот что. Партнер. Так. Заработок. Так. Вот еще у нас тут рекламка такая. Тизеры и поп-упс какая-то. Добавить такую. Сейчас посмотрим, что это у нас такая. Угу. Значит, здесь у нас что? URL-адрес, реферальная ссылочка. Так, таймер без таймера и показов. И добавить стоимость одного показа. 7 копеек. Ну, нормально, так это 1000 показов, 70 рублей. Так, далее что нас интересует? Заработок. Мы же пришли зарабатывать, правильно? На чем мы будем зарабатывать? Значит, что? Установите расширение. Для начала работы вам необходимо установить наше, выберите и установите подходящее для вас. Угу. Так, ну что, Chrome пусть будет. Ставим установить. Перебрасывает в интернет-магазин. Так, загрузилась. Нажимаю тогда. Установить. Проверка. Так, установить. Расширение. Проверка. Так, сейчас установится. И вот наше расширение. Значит, и вот такой вот тут значочек. Нужно на него нажать. Нажимаем на значок. Подключаемся к серверу. Вот и замечательно. Вот у нас здесь вот ваш логин. Здесь будет отображаться баланс, статистика, сколько заработано, просмотр тизеров, переходов. И здесь вот вкладочка «Перейти в аккаунт». Давайте перейдем в аккаунт. Так, это можно теперь закрыть. Так, перешла в аккаунт. Значит, далее что у нас?
Так. Заработок я вам показала. Как теперь? Пополнение. Вкладочку. Это для тех, кто будет рекламировать свои проекты. Ну и здесь сумма пополнения. Так, и вывод. Вкладочка. То, что нас интересует. Сайт немножечко сырой. Значит, вывод на платежную систему Payeer. Так, минимальная сумма 1 рубль. Замечательно. Сюда вводим сумму, номер кошелька. Нажимаем вкладочку «Вывести». Далее, партнерская программа. Здесь будет находиться наша партнерская ссылочка. Вот. И вот сколько здесь социальных сетей можно поделиться. Так, далее. И здесь помощь, это, как я понимаю, вопросы-ответы. И что у нас здесь? Личный кабинет. Ну, а здесь что? Так, информация об аккаунте. Здесь у нас настройки. Угу. Сохранить это все. Смена пароля. Платежная информация. Угу. Номер кошелька. Нажимаем «Сохранить». И здесь история платежей. Вот такое вот расширение. Кому интересно, пользуйтесь. В нашем бизнесе все пригодится. У меня много расширений. У меня вот, пожалуйста, расширение. Как бы вот я на нем зарабатываю и рекламлю. Вот у меня на данный момент 87 рублей. Потом у меня вот расширение. Это только один браузер. Вот это вот у меня расширение так войти. Вот. У меня много. Вот тоже ТСР как бы. Но только другое это уже. Так, ну это я потом... А. Не буду я затягивать видео. Так, вот это вот у меня еще расширение есть. Здесь у меня в долларах я вот зарабатываю. Замечательно. Так, сейчас у меня загрузится. Крутится. Так, сейчас у меня вот счет реклам. Вот профиль мой. Вот у меня сейчас 25 центов мой баланс. Так что у меня очень-очень много расширений. Это только один браузер. У меня еще другой есть. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.